Welcome to Дубайск. Спасибо Аэрофлоту. Довезли целыми живыми. Лето плюс 30. 34, да. Так что жара. Тут еще пока-то прохладно, потому что... А вот здесь уже начинается пекло, да. Я уже чувствую. Короче, сейчас поезд в... Чтобы получить багаж, в общем. Искусали комары. Итак, наш бардак тут. Вот такая красота. Система климат-контроля полностью. Там гардероб, где Алиса сейчас переодевается. Ванна с туалетом получается. Вот такая вообще потрясающая просто. Это люкс 5-звездочного отеля. Также... Есть потрясающая спальня. Очень красиво все. Кофемашинка есть. У нас есть личная джакузи. Так что сейчас переоденемся и внимо. Уже темнеет, потому что... Сейчас я покажу. Потому что уже закат вот-вот. О, классно, включились наконец-то. Вот, и так что мы сейчас джакузи примем и пойдем прогуляемся. Вот так вот свет выключили, уже стемнело, и тут потрясающая джакузи. Мы что-то там нажимали, что-то там чуть-чуть не свернули. В общем, без понятия, как это все работает. Там что-то льется, и... А мы тут сидим, и нам норм. Потом гулять пойдем. Извиняюсь за качество, ведь уже ночью. Вот так вот примерно все выглядит. Я сейчас буду вспоминать дорогу назад, потому что тут большой очень комплекс, и мы не помним, куда именно. Всем доброе утро. Наконец-то. Я опять все улетел, вот эта сетка, я не заметил, утром у меня с зрением же проблемы. Блин, а тут тепло, прикольно. Очень тепло. И мои часы сейчас начнутся заряжаться, наверное. Морду мы в порядок привести. И пойдем сейчас в Дубай, мол, и по всем магазинам, которые хотели. И, возможно, даже Бурж-Халиф успеем. Вот. Ну, такая растрёпанная, она такая красивая, прям не могу. Сонная. Сонная, да. Сейчас ждем, когда придут там убраться. Жизни всех кроссовок. Как стирать вообще, чтобы не портить такую вещь? Ах, не пачкать. Ты же мечтал в Луи Виттон прийти. И здесь, наконец-то, в отличие от Турции, можно оплачивать и кэшем, и наличкой, а в Турции можно было только наличь, только кэшем. Ой, нет, только картой, вот. И это была большая проблема, из-за этого мы не смогли купить тот раз то, что она хотела. Мы хотели кроссовки взять ей, либо сумку, но у нас не было возможности такой. А сейчас все, короче, замечательно, и она довольна. Алиса, довольна? Принесли кроссовки, осталось, чтобы еще сумку принесли. Да? Да.
довольная? Да. Купили кучу всего, мне Nike купили. А если покупаем камеру для влогов, я купил объектив Sony, наушники Sony. Находимся в Sony центре. Есть все, кроме телефонов. Огроменный водопад по стене. Сейчас едем в отель. Там пройти резолки? В общем, сейчас едем в отель. А, смотрите, как она красивая. А потом? На пляж, который 200 метров всего лишь. Да. И мы будем фоткать Алису на фоне заката. Сейчас пробки стоим. А, нет, светофоры. Кстати, ну надо еще на нее поменять. Сбежала воду, я пофоткал, но мне что-то холодновато заходить. Ну, мне как всегда холодновато, даже если вода очень теплая, так что сейчас попробую нормально найти. Вроде еще нормально, по погоде, тепло. В общем, сегодня я купил все наушники Sony, новый объектив. Алисе купили камеру для влогов, потрясающую, вот такую. И вот такой вот этот ручку, но он нам достался бесплатно. Вот. Потом мне купили беговые кроссовки на каждый день, Everyday Running, Nike Edition. И Louis Vuitton купили, получается, Алисе кроссовки. И также купили ей сумку. Вот так. Довольна? Да. Очень довольна? Да, и мы будем делать обзор. Да. Ну, я не буду делать обзор. Думаю, тут и так все понятно, что тут лежит. Я сделаю. Кстати, прикольная наклейка у нас, Соньки, есть, что 30 часов battery life, но это ладно. То, что хай-фай есть. Так что теперь будем тусить. Давно мечтал об этих наушниках, очень давно. Объектив, чтобы снимать влоги в темноте, достаточно неплохой, маленький, компактный, не будет мне мешать. Вот, и Алисе вот такую камеру, блин, такая маленькая, удобная, что даже завидую немного. Алиса захотела покушать, и у нас сегодня много планов. Мы днем ничего не снимали, потому что было лень. И сейчас еще, получается, мы должны будем пойти в другое здание, где есть наверху бассейн, ну не самый высокий, нормальный бассейн. На открытом воздухе. Потом мы куда? Потом у нас на 7.30 у нас Бурдж-Халиф. Получается, мы поднимемся на 152 этаж. Да, 152 этаж. Вот, оттуда еще поснимаем, и будет много всего интересного. Так, и потом... Наверное, что-нибудь... Мы купили еще много вещей, потом сделаем обзор на них. Также у нас... Как эта штука называется? А, завтра, да. Завтра мы катаемся на багги и квадроциклах в пустыне. Это будет интересно. Ну, а я взял себе арабскую одежду. Я теперь арабский шейх, ребят. Нет, не трогай, это мое. Не трогай. Тебе нравится? На 54 этаж. На 54, да. Это просто супер! И вода теплая. Она очень теплая вода. Здесь заканчивается. В общем, все заканчивается. Вот, вылазить сейчас очень холодно, поэтому я стараюсь вообще не вылазить. Здесь потрясающий вид на Бурдж-Халифу, блин. Сейчас как бы показать.
что-то уже можно приблизить. И сегодня мы пойдем на 152 этаж. Сейчас мы на 52 этаже, на 54-м. Это примерно вот здесь. А мы пойдем на 152. Да, так и должно быть все. Можно коснуться что-то? Происходит очень большой дурдом, то что мы за маленького микрофона, который у меня вообще лежал уже, не знаю, почти год в рюкзаке, мы вынуждены были пойти назад и сдать его в Luggage Room, хотя будто гида нельзя записать, допустим, микрофон, который в телефоне встроен. И снова наверх. Гигантские бесконечные очереди. Так, у нас вроде включено все похавать, попить, вроде. А сюда что? О, наконец-то, вот что это. Так вот. А еще он сказал, что у них есть какие-то... Блин, уже ничего. Да, плохо видно из облаков. Я попробую исправить, ребят, приблизить все. Ну, блин, это не стоило это того, сколько это здесь стоит, конечно, и мучение. Открытый балкон, она сказала, можно на него выйти, там может лучше быть время. Мы же можем только на улице выходить. Я просто... Выходит сейчас выше облаков, куда лазер светит вверх фонарь. Там уже звезды видны на камеру даже. Мы выше облаков, буквально на этажей 5, может быть 10. То есть мы уже в облаках находимся, и тут тут сейчас очень-очень-очень влажный воздух. Пойдем туда. Сейчас едем в пустыню уже, и нам ехать примерно минут 45, примерно час. Блин, я даже не знаю, что сказать. Погнали.
часик. Леса тут, пустыня вокруг и квадроциклы. Там зайти гоняют вон. This is better. This is better. Yeah. Ready? Yeah. Приехали на шведский стол, Алиса замерзла, кушает. Там какое-то шоу идет. Алиса, хватит кормить птиц. Сейчас она туда, вон она приземлилась. Вообще такая красота повсюду здесь, всякие ручьи, водопады.